Рабочая группа, члены Высшего экономического совета, очень авторитетные эксперты, руководители министерств, ведомств, предприятий приняли самое активное участие в подготовке комплексной системной программы развития нашей республики на 5 лет. Эта программа разрабатывается по поручению Николаева Олега Алексеевича, временно исполняющего обязанности главы Чувашской республики. Ну и это программа действий, которая будет определять наши шаги, нашу работу в ближайшие годы. Понятно, что она может корректироваться, может что-то меняться, но главные действия, главные мероприятия, главные шаги в ней определены. Причем она, как я уже сказал, системная, комплексная, она написана и в отраслевом, и в территориальном разрезе, и поэтому разные аспекты этой программы дополняют друг друга. Ну и я хотел бы с удовольствием предоставить слово Олегу Алексеевичу Николаеву для того, чтобы он высказал основные моменты, связанные с реализацией этой программы. Пожалуйста, Олег Алексеевич. Добрый день, уважаемый Анатолий Игнатьевич, уважаемый президиум, уважаемые присутствующие на расширенном заседании Высшего экономического совета. В самом начале работы данного совета мы с вами приняли решение о том, что необходимо разработать комплексное видение развития республики на определенный период. Мы решили взять за такой период ближайшие 5 лет и разработать соответствующую программу. Ну, такое решение было вызвано прежде всего тем, что за последние десятилетия мы с вами отмечали, эксперты, к сожалению, это подтвердили, что по многим позициям республика отстала, как от ближайших соседей, самое главное, от ритма течения жизни и темпов развития в целом и экономики, и социальной сферы. Очевидно, этому способствовали те кризисы, которые происходили в нашей жизни, это и 2008 года, и 2014 года, но, к сожалению, восстановиться до уровня докризисных моментов, вот до текущего момента экономика республики не смогла. И как следствие, в том числе в прошлом году, республика была отнесена к числу 10 регионов, которые отстают в социально-экономическом развитии. И, соответственно, были приняты ряд решений по поддержке таких регионов. Вы знаете, была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития, которая утверждена. У нас действуют и работают много других стратегий развития республики. Конечно же, есть в действии и государственные программы, которые являются инструментами реализации национальных проектов. И для того, чтобы все это определенным образом объединить, синхронизировать действия, обеспечить синергию от этих мероприятий, было как раз принято решение разработать вот эту программу. Ну и, конечно же, важно было и синхронизировать действия всех органов государственной и муниципальной власти, и, конечно же, законодательной и исполнительной власти. Следующей задачей, когда мы с вами принимали решение по разработке программы, это, конечно же, была поставлена задача добиваться мультипликационного эффекта использования наших собственных средств, то есть каждый вложенный рубль бюджета или муниципалитета Чувашской республики должен обеспечивать привлечение дополнительных средств либо из федерального бюджета, либо из фондов, либо частных инвестиций. То есть программа
как уже Антон Евгеньевич сказал, была призвана, и сейчас она ровно так и разработана, чтобы быть программой действий, основанной на территориальных и отраслевых задачах развития республики. Пандемия новой коронавирусной инфекции, нарушившая нормальный ход всех жителей республики, но и не только республики, и всего мира, еще больше придала значимости такой программе действий, содержащей конкретные мероприятия, над которыми мы с вами работали. Понятно, вот эта ситуация с новой коронавирусной инфекцией, она была новая в жизни всех нас, всего мира, и у нас не было такого опыта борьбы с такой эпидемией. И мы должны зафиксировать себе то, что ситуация еще, она это и не закончилась. Но при этом мы должны для себя понимать, что коронавирусная инфекция еще будет жить долго, но мы должны решать задачи развития нашего региона и обеспечивать соответствующее претворение в жизнь решений, которые приняты президентом. А президент на этой неделе подписал очередной указ о национальных целях развития до 2030 года, где уточнил отдельные направления развития нашей страны. И таким образом, мне кажется, мы находимся вот в одном направлении с действиями президента. Если президент своим указом обозначил уже, теперь получается, ранее было на 5 лет, теперь на 10 лет, то мы уже на ближайшие 5 лет с вами сформулировали наш образ будущего. И поэтому сегодня я еще раз повторюсь, представлю очень коротко данную программу. Программа включает в себя более 1400 проектов и программных мероприятий, в том числе 1120 проектов инфраструктурного развития и социальной сферы, а также более 300, если быть точнее, 325 на сегодняшний день коммерческих инвестиционных проектов. Расчетный объем финансирования, то, что видится на сегодняшний день, это более 264 миллиардов рублей. В составлении и обсуждении этой программы принимали участие действительно все желающие, которые проживают на территории Чувашской республики. Через различные каналы общения, это и в муниципалитеты, в органы государственной власти, напрямую в экспертную группу поступило более 1000 прямых обращений и пожеланий, комментариев к данной программе. Проведенные обсуждения нам дали возможность получить очень выверенный план мероприятий для того, чтобы реально изменить ход текущей ситуации. А муниципальные образования смогли составить свои разделы развития в данной комплексной программе. Когда мы начинали эту работу, честно говоря, мы и не представляли, что масштаб участия населения Чувашской республики будет настолько масштабным. И на самом деле это вот получилось вот вместе, как мы с вами в последнее время говорим, перле на нашем чувашском языке. И наша задача, прежде всего, я вижу это свою личную и органов государственной власти, сохранить это единение уже в реализации данной программы. Реализация программы должна обеспечить устранение диспропорций в условиях жизни городских и сельских жителей, повысить качество жизни и доступность всех современных благ для жителей республики вне зависимости от того, где они проживают, обеспечить развитие экономики через создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и роста инвестиций. Сохранение и развитие глубинных традиций и широкой палитры культурных и национальных особенностей Чувашии и народов, проживающих на территории республики. И вот для того, чтобы обеспечить раскрытие вот этих задач, было взято несколько крупных таких направлений, которые объединяют мероприятия, заложенные в программе. Это прежде всего вот в течение 5 лет мы планируем, чтобы Чувашия стала и получила имидж экологически чистого, здорового региона. Это, конечно же, благоприятная экологическая обстановка, то, что мы с вами имеем, наш ресурс. В республике имеется развитая инфраструктура местных санаториев, отличные минеральные воды и грязи.
Имеющаяся модель производственного процесса аграрного сектора позволяет производить экологически чистую продукцию сельского хозяйства и органические продукты питания в соответствии со стандартами, которые разрабатываются сегодня соответствующие президентом для создания российского зеленого бренда. Имеющиеся культурные и природные объекты имеют туристическую привлекательность, и развитая дорожная сеть обеспечивает их доступность. Все вышеперечисленные факторы позволяют нам претендовать на создание в регионе современной и привлекательной базы для реабилитации и развития внутреннего туризма. Наличие в республике двух федеральных центров и крупных региональных клиник, в которых производится до 80 сложнейших видов высокотехнологических вмешательств в плане медицины, и развитая система здравоохранения позволяет не только создать мощный центр реабилитации в Чувашской республике, но и существенно повысить качество и доступность медицинской помощи для жителей республики, для тех людей, которые на сегодняшний день здесь проживают. Если остановиться на отдельных мероприятиях в области здравоохранения, а их достаточно много, то это прежде всего усиление роли межтерриториальных медицинских центров, оснащенных современным оборудованием с мощными диагностическими блоками и специализированными стационарными отделениями, укомплектованных квалифицированным персоналом. Эта задача тоже перед нами стоит. Особое внимание уделим обеспечению возможности ранней диагностики различных заболеваний. Примеры такого подхода уже есть. В следующем году, в частности, мы планируем в Алатыре, в первом из муниципальных районов республики, создать систему диагностику и закупить компьютерную томографию. В Канаше открыли центр амбулаторной онкологической помощи. Такие же центры появятся в Шумеле и Новочебоксарске. Равный доступ к таким центрам должны получить все жители республики. Для этого создается соответствующая инфраструктура. Расширение сети сосудистых центров, строительство новой многопрофильной республиканской больницы на 700 тысяч мест, строительство лечебно-диагностического корпуса республиканской детской больницы. Все эти мероприятия необходимы для сохранения демографического потенциала республики, в том числе трудоспособного и экономически активного населения. В 2025 году их выполнение позволит дополнительно сохранить более 2000 жизней жителей республики. Как итог, к концу 2025 года ожидаемая продолжительность жизни жителей Чувашской республики должна составить 78 лет. Это рост на 6,3%. А охват республиканских пациентов реабилитационной медицинской помощью должна достигнуть 25% против 15% на текущем этапе. Экологически чистые продукты – не только вышеназванный фактор развития туристической привлекательности, но и мощный потенциал для развития экономики региона. Перерабатывать произведенную сельхозпродукцию до конечного продовольственного продукта непосредственно на территории республики – одна из главных задач комплексной программы. Тогда и добавленная стоимость, а значит и налоги, и рабочие места будут оставаться в Чувашии и работать на ее развитие. Продукция чувашских производителей в настоящий момент все больше признается потребителями как продукция, имеющая высокие потребительские качества. Как следствие, из года в год мы фиксируем экспорт продукции как ближнее, так и дальнее зарубежье. Опираясь на посылы президента по развитию российского зеленого бренда, имеющиеся потенциальные возможности в программе ставится задача развития производственного потенциала отрасли сельского хозяйства, объединение производителей сельхозпродукции под общим брендом, в том числе для централизованного продвижения продукции, как уже было сказано, как по имеющимся каналам, так и открытие новых каналов на зарубежные, в том числе, рынки. Развитие современных электронных каналов в торговле как на базе собственных платформ, так и в сотрудничестве с крупнейшими федеральными игроками. В частности, буквально недавно было подписано соглашение с компанией «Яндекс», в том числе для развития данного направления. Реализованы отдельные решения в области поддержки сельского хозяйства. Уже в текущем году дали мощный импульс наращивания энергообеспеченности отрасли, активизации строительства ферм и комбикормовых заводов.
Планомерная работа в этом направлении позволит нам в 2025 году увеличить поголовье крупного рогатого скота на треть, а в целом за счет реализации программных мероприятий в области сельского хозяйства увеличение производства продукции в 1,4 раза. Рост агроэкспорта Чувашской Республики не менее чем в 1,7 раза. Если сегодня это исчисляется примерно 25 миллионов долларов, то задача стоит достичь порога не менее чем 46 миллионов долларов. В ближайшие 5 лет предстоит решить уже имеющийся хронический характер проблемы с обеспечением жителей республики качественной питьевой водой. Этому должны способствовать запланированные в программе масштабные мероприятия по строительству систем водоснабжения и водоотведения, инвентаризация заброшенных водозаборных скважин. Около 90% населения республики по итогам реализации мероприятий программы должны будут получать чистую воду из централизованных систем водоснабжения. Наша задача не менее чем в 3 раза снизить объем отводимых в Волгу загрязненных сточных вод. И здесь нам в помощь также и федеральная программа. В настоящий момент уже начинаются с нашей стороны проектные работы по достройке набившего оскомину объекта группового водовода в Батыревском и Шимушинском районах. Всем нам этот объект известен. Запланировано создание экотехнопарка кластерного типа, предприятие которого обеспечит полный цикл работы с твердыми коммунальными отходами от сортировки до переработки. Такой подход позволит республике сократить количество свалок и других форм накопления экологического вреда. В ближайшие 5 лет планируем рекультивировать не менее 10 объектов, которые на сегодняшний день имеются в виде свалок. Со здоровой средой неразрывно связан и здоровый образ жизни. Занятия физкультурой и спортом стали неотъемлемой частью почти каждой семьи республики. Владимир Владимирович Путин в своем указе о национальных целях развития страны поставил задачу вовлечь в 2030 году систематические спортивные занятия не менее 70% всего населения. За этой цифрой стоит очень масштабная планомерная работа по созданию современной спортивной инфраструктуры. И мы эту работу планомерно с вами ведем и назову несколько объектов, которые уже на сегодняшний день имеются в планах. В 2021 году в селе Ишлея Чебоксарского района будет построен новый физкультурно-спортивный комплекс с бассейном. В ближайшие годы нам предстоит построить первый в Чебоксарах 50-метровый бассейн, центр олимпийской подготовки по стрельбе из лука, крытый футбольный манеж, новые физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля и крытые катки в городах и районах республики. В следующем году мы планируем начать строительство в городе Чебоксары крупнейшего физкультурно-оздоровительного комплекса с многофункциональными залами и плавательными бассейнами, приспособленными для инвалидов и маломобильных групп населения на базе стадиона «Волга». Включение этого объекта в федеральную адресную инвестиционную программу поддержано на сегодняшний день Министерством спорта. Работа сейчас идет на площадке Минэкономразвития и Минфина Российской Федерации. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями в итоге должен составить не менее 80%. Образование и наука являются основополагающими направлениями работы правительства на предстоящий период. Уже в этом году в республике начинается строительство 9 детских садов. Планируется ввод в эксплуатацию 2 новых школ. До 2025 года планируется открыть около 7500 мест в образовательных организациях. 5 школ в Чебоксарах и по 1 школе в Мариинско-Пасанском, Тивельском, Чебоксарском районах и поселке Кугеси. К 2024 году планируется ввести в строй 3 мобильных технопарка «Кванториум», 2 центра цифрового образования детей, IT-клуб, научно-ученые лаборатории аграрной направленности. Существенно обновится спортивная инфраструктура школ в городах и сельских районах. По результатам реализации мероприятий программы планируется обеспечить детей местами в детских садах, ликвидировать обучение детей во вторую смену, а численность детей, обучающихся по программам дополнительного образования, увеличить более чем в 1,5 раза.
Высшее образование, являясь мостом между общим образованием и производством, должно чутко реагировать на изменения в жизни и четко задавать стандарты нужных компетенций для изучения в общеобразовательной школе, а может быть даже и на дошкольном уровне. Кроме того, важной задачей высшей школы и профессионального образования является обеспечение экономики региона квалифицированными кадрами. Решением станет активное взаимодействие учебных заведений и работодателей, которые должны быть заинтересованы в подготовке грамотных специалистов с последующим трудоустройством. Важными факторами для этого станут ранняя профориентация школьников старших классов, открытие центра опережающей профессиональной подготовки по наиболее востребованным новым перспективным профессиям и компетенциям на уровне соответствующим стандартам World Skills, создание центра Soft Skills для выявления активной молодежи и развития у них лидерских компетенций, создание кадрового резерва, привлечение их потенциала для развития Чувашской Республики. На сегодняшний день проводится два конкурса: управленческая банда и молодежный кадровый резерв, молодой лидер, с тем, чтобы реализовать эту задачу. Открытие регионального ресурсного центра добровольчества позволит увеличить количество молодежи с активной социальной и гражданской позицией и координировать их деятельность. Важно заинтересовать молодых специалистов путем дополнительных мер поддержки. Все эти задачи в программе также предусмотрены. Из-за имеющейся специфики региона в развитии промышленности Чувашской Республики особенное место занимает обрабатывающее производство. С другой стороны, это открывает для нас новые потенциальные возможности развития экономики и создания новых рабочих мест. В этой сфере, конечно же, важным является расширение производственной деятельности ведущих предприятий электротехнического кластера, химической, машиностроительной, пищевой промышленности и диверсификации предприятий ОПК. Важным направлением приложения усилий правительства республики является кластеризация промышленного производства и увеличение внедрения инновационных решений и разработок. Среди текущих и перспективных направлений предприятий электротехнического класса Чувашской Республики – это участие в национальных проектах «Цифровая подстанция», «Интеллектуальная энергетическая система России», в «Национально-технологической инициативе «Энергмент», в концепции «Смарт», вернее, «Умные сети» и в пилотном проекте «Система мониторинга РЗА» в рамках программы «Цифровая трансформация электроэнергетики». Создание производства тракторов малой и средней мощности на предприятиях концерна «Тракторные заводы». Реализация инвестиционных проектов на наших ведущих предприятиях, включая «Элара», «Сеспель», «Химпром», производство объединения «Чапаева», «Хивель», «Тракторные заводы» и многих других, позволит нам к 2025 году увеличить объемы производства промышленной продукции до 1,5 раза. Для создания благоприятных условий в названных направлениях предусмотрено создание преференциальных зон осуществления хозяйственной деятельности. Это прежде всего ТАСЕР в городе Новочебоксарске, развитие сети индустриальных парков, сейчас у нас 3, планируется создать еще, развитие сети частных технопарков, а также, как уже было сказано выше, экотехнопарка и агротехнопарка. Принято решение по предоставлению различных налоговых преференций для участников инвестиционного процесса. Отдельное внимание уделено развитию малого и среднего предпринимательства. В целях содействия предпринимательской активности в текущем году принят ряд дополнительных мер поддержки малых и средних предприятий. Продлены сроки уплаты налогов, снижены ставки по УСН, налогу на имущество организаций, размеры ставок на патенты. Правительство готово продолжить работу с представителями бизнеса по разработке новых форм поддержки, основанной на всестороннем анализе и трансформации действующих мер. Сейчас ведется работа по серьезному изменению подходов деятельности Института развития Чувашии, направленной на обеспечение охвата максимального количества бизнес-идей и предоставление им действенной помощи на разных этапах развития по принципу «точно вовремя». Та помощь тогда, когда нужна. Кроме того, планируется, сейчас уже есть проект нормативного документа, создание при главе Чувашии Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности и защите прав предпринимателей.
Задача этого органа будет раннее выявление проблем в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, их расшивка и обеспечение благоприятных условий. Строительство является традиционно сильной составляющей и значимым элементом экономики Чувашии. Мы умеем с вами строить качественное жилье, научились формировать вокруг жилых домов современные комфортные общественные пространства. Следующим шагом должна стать трансляция накопленного опыта на все муниципальные образования. Ну и, конечно же, решение иных задач в области строительства. В последнее время наметилась тенденция утраты свойственных для Чувашии комплексных архитектурных решений. Это прежде всего касается столицы Чувашской республики. И возродить те старые подходы архитектурных решений – это наша задача. И здесь важно, с одной стороны, идти ногу со временем, то есть применять современные технологии, а с другой – сохранить те традиции и подходы, которые заложены и привычны для жителей Чувашии. Важно в кратчайшие сроки решить проблемы обманутых дольщиков и активно использовать возможности, предоставляемые федеральным центром по направлениям обеспечения жильем детей-сирот и ликвидации аварийного жилья. По этим направлениям по каждому ведется отдельная специальная работа. Отдельное направление развития сельских территорий. Они должны иметь понятные планы развития. Практика показала эффективность реализуемой в республике программы поддержки сельских инициатив граждан. Когда поддерживаются проекты, предложенные населением, и граждане сами определяют приоритетность проектов. Главным результатом проводимой работы должна быть современное село, рост сельского населения, обеспеченного разноотраслевой и хорошо оплачиваемой работой, доступностью к качественному образованию и здравоохранению и досуговым услугам. Новое качество получит и транспортная инфраструктура республики. Протяженность местных дорог, соответствующих нормативным требованиям, должна возрасти в 1,5 раза. Региональных и межмуниципальных дорог – в 1,3 раза. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в нормативном состоянии должна составить не менее 57%. Но чтобы мы понимали, сегодня это 28%, более чем в 2 раза эта цифра должна возрасти. Ну и, соответственно, дороги общего пользования до значения 45. Это тоже примерно 2 раза. Основные проекты, предусмотренные программой, это обустройство объектов транспортной инфраструктуры на левобережье Волги для возобновления пассажирских перевозок на ней. А также, очень часто люди поднимают, достройка объездной дороги в городе Ядрин. Ну и, конечно же, планируем реконструировать аэропорт в городе Чебоксары, и тогда количество обслуживаемых пассажиров вырастет до 550 человек, вернее, до 550 тысяч человек в год или 200 человек в час. По территории Чувашии пройдут скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-Казань и дорожная магистраль Казань-Москва или Москва-Казань. Это тоже открывает перед нами дополнительные возможности. Возросшая транспортная напряженность между Чебоксарами и Новочебоксарском диктует необходимость скорейшего решения вопросов благоустройства Казанской набережной. Ее значение возрастает в связи с тем, что по ее территории пройдет не только транспортная магистраль, но и рекреационные зоны с соответствующими объектами инфраструктуры – кафе, прокат, велодорожки и иные объекты. В районах республики планируется закрыть давнюю проблему грунтовых разрывов. Это известная тема, их на сегодняшний день 6, когда между районами есть какие-то участки отсутствия дорог с твердым покрытием. И такая работа должна позволить в том числе доступность межтерриториальных медицинских центров, о которых было сказано выше. В ходе обсуждения программы в муниципальных образованиях неоднократно поднимался вопрос недостаточной финансовой обеспеченности местных бюджетов. Этот вопрос очень важен, так как на муниципалитеты возлагаются существенные полномочия, а недостаток собственных средств, как правило, ограничивает и их реализацию, тем более развитие муниципалитетов. По моему поручению создана правительственная комиссия по проведению инвентаризации таких полномочий органов местного самоуправления. И основным результатом работы этой инвентаризации должно стать повышение эффективности реализации полномочий органов самоуправления и качество оказания муниципальных услуг для населения.
В состав комиссии вошли представители как органов исполнительной власти Чувашской Республики, депутаты Государственного Совета и, конечно же, представители муниципалитетов. Мы планируем провести комплексную оценку выполнения муниципалитетами полномочий и достаточности средств на их реализацию. Полагаю, только совместная работа всех заинтересованных органов власти позволит выработать качественные предложения. Сегодня жителям Чувашии доступны все виды современной связи. Они не представляют своей жизни без смартфонов, без интернета, без электронных услуг. Но проблемы здесь достаточно большие. Имеются слепые зоны сотовой связи, есть населенные пункты с отсутствием устойчивого интернета. В то же время цифровизация всех сфер жизнедеятельности открывает колоссальные возможности трансформации нашей жизнедеятельности и повышения эффективности как использования ресурсов, так и организации нашей жизни. IT-индустрия, с учетом принятых президентом решений по предоставлению преференций этой индустрии, может стать отдельным мощным драйвером диверсификации и развития экономики республики. На мой взгляд, в программе это один из слабых разделов. Нам предстоит, на мой взгляд, поработать над этим разделом в ходе реализации программы. В основе многоковой чувашской национальной ментальности выделяются несколько опорных компонентов. Это этно-религия, мифологическое миропонимание, символьный орнамент, национальный коллективизм, особо почтительное отношение родоначальникам, преклонение перед материнством, родным языком, верность отчизне, присяге и долгу, любовь к земле, природе, животному миру. Убежден, что высшие достижения искусства формируют образ нации и ее место среди других народов, и что восприятие республики прямо связано с творчеством современных мастеров искусства. Поэтому современное поколение профессиональных деятелей искусства республики должно получить всемерную поддержку. Основным инструментом сохранения культуры и нашего языка должен стать республиканский государственный заказ и программа, которая сейчас разрабатывается на создание и новых национальных произведений, и новых подходов сохранения и развития нашей культуры. Для реализации названных направлений, несомненно, нужны источники финансирования. Предполагается обеспечить максимальное использование возможностей республики как мультипликатор привлечения федеральных и частных средств, об этом уже было выше сказано. И еще одним возможным источником обеспечения являются средства фондов. И здесь хотел бы напомнить о том, что у нас выстроены достаточно доверительные отношения с такими институтами развития, как Фонд развития моногородов, Фонд реформирования ЖКХ, Банк Дом РФ, Фонд развития промышленности, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, а также с крупнейшими кредитными организациями Российской Федерации. И нам здесь надо просто активно работать, разрабатывать и представлять проекты и смело входить в их реализацию. Все это нам позволит развивать и эффективно использовать разнообразные источники инфраструктурного развития Чувашской Республики, в том числе на принципах ГЧП. Чувашская Республика традиционно относится к ответственным регионам с безупречной кредитной историей и относительно низкой долговой нагрузкой. И это мы тоже должны использовать. И такая эффективность проведения долговой политики подтверждается крупнейшими рейтинговыми агентствами и ведущими международными рейтингами агентств. Это Fitch Ratings и Moody's, а также российским агентством «Эксперт.РА». Также существующей поддержкой, существенной поддержкой экономики и роста инвестиций республики может стать планируемая реструктуризация обязательств по бюджетным кредитам, которые есть у Чувашской республики в предшествующие годы полученные, и высвобождаемые средства по этой статье за эти годы составляют более 4 миллиарда рублей. Названные направления деятельности правительства республики, предусмотренные программы, должны решить главную задачу, обозначенную президентом, повысить благосостояние жителей республики, изменить качественные характеристики и условия жизни, создать высококвалифицированные рабочие места, тем самым резко снизить миграционный отток населения республики и вернуть людей на наши предприятия, обеспечить их рабочими местами,
И вот это одна из главных приоритетных задач правительства Чувашской Республики. Основными драйверами роста экономики Чувашской Республики станет обрабатывающая промышленность, аграрно-промышленный комплекс, включая хранение и переработку, сфера информационных технологий, туризм, а также строительная деятельность при реализации инвестиционных проектов и проектов развития инфраструктуры. По итогам мероприятий программы к 2025 году задача снизить уровень бедности до 9,3%. На сегодняшний день это более чем 18%. За 5 лет доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума должна сократиться более чем на 100 тысяч человек. В 1,6 раза должен вырасти валовый региональный продукт. В 1,26 раза производительность труда. В 1,37 раз объем промышленной продукции. В 1,4 раза объем продукции сельского хозяйства. Уважаемые коллеги, приведенные цифры, конечно же, это только ориентиры. Лично я убежден, что мы сможем сделать намного больше, потому что уже реализовывая программу в первые годы, мы будем получать новые возможности, раскрывать эти возможности. Тем не менее, те ориентиры, обозначенные ориентиры, должны быть закреплены конкретными нормативными документами. Поэтому правительство Чувашской Республики в месячный срок подготовит законопроект по утверждению стратегии развития Чувашской Республики до 2035 года с учетом представленной комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики. Уважаемые коллеги, я много раз говорил и еще раз повторяю, что представленная программа была разработана с учетом мнения всех жителей республики. Так или иначе, участвующих активно в жизни нашей республики. Искренне благодарю всех за такую последовательную, содержательную, планомерную работу. Обозначенные в программе проекты, они конкретные, они осязаемы, касаются и будут реализовываться в интересах каждого жителя Чувашской республики. Хорошие дороги, современное производство, достойные рабочие места и уровень дохода, комфортное проживание, социальная защищенность. Всего этого мы с вами можем добиться и обязательно добьемся. Больше того, я убежден, что заложенные в программу показатели являются, как уже было выше сказано, не конечной целью, а всего лишь промежуточным звеном, и которые будут для нас открывать новые возможности. И для того, чтобы реализовать эти мероприятия, конечно же, эту программу, мы должны объединить усилия всех, и каждый на своем месте должен работать эффективно и отдавая всего себя тому делу, чем он занят. И в завершение еще раз благодарю всех за проделанную работу. Это и жители республики, членов Высшего экономического совета, группу экспертов под руководством Меламеда, коллег из федерального правительства, которые также активно участвовали и как эксперты, и как консультанты, и сегодня присутствуют при обсуждении данной программы. Спасибо. Спасибо, Олег Алексеевич. В таком коротком выступлении рассказать о шеститомной программе, конечно же, тяжело. Но в любом случае мы услышали, что те цели, которые президент обозначил в последнем своем указе, это и сбережение народа, благополучие нашего народа, это возможность самореализации, прежде всего, молодых людей, это комфортная, безопасная среда, это развитие предпринимательства, достойный труд и цифровизация. Олег Алексеевич покритиковал часть программы, связанной с цифровизацией, я с этим согласен. Ну, вы знаете, что Мишустин очень много говорил об этом на отчете в Государственной Думе. И здесь у нас присутствует заместитель министра цифрового развития. Она тоже, я думаю, расскажет о возможностях, которые мы должны обязательно реализовать. То есть в этом направлении нам еще много необходимо работать. Но самое главное, надо понимать, что цифровая трансформация – это действительно такой магистральный путь, причем во всех сферах нашей жизни. И в образовании, и в здравоохранении, и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в транспорте. Поэтому здесь надо много работать. Но сейчас я хотел бы предоставить слово
заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексею Сергеевичу Беспрозванных. Сегодня специально приехал для того, чтобы уже воочию, вживую доложить то, что он думает о нашей республике, что с его точки зрения необходимо делать для того, чтобы мы успешно развивались. Спасибо. Вам слово. Спасибо большое, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемый Анатолий Геннадьевич, уважаемые коллеги. Всем добрый день. Ну, еще раз хотел поблагодарить за приглашение поучаствовать в этом важном мероприятии. Мы действительно в прошлый раз встречались, и мы на себя взяли такое обещание подробно проанализировать программу, поэтому посмотреть, какое участие может принять Министерство промышленности по каждому из проектов, поэтому я, наверное, как раз на этом немножко остановлюсь. Но если говорить коротко о программе, хотел бы сказать, что у коллеги своего не буду забирать хлеб из Министерства экономического развития, он, наверное, про экономику в целом расскажет. Но я скажу про промышленность. Почему? Потому что в этой программе достаточно существенное внимание уделено именно промышленному сектору. Там треть проектов инвестиционных, которые в этой программе существуют, посвящены именно промышленному производству. И с учетом того, что практически 90% обрабатывающей промышленности в индексе промышленного производства, ну, я считаю, что это действительно будет достаточно серьезным драйвером для того, чтобы выйти на те экономические амбициозные показатели, которые стоят в этой программе. Но еще бы хотел отметить, что эти показатели вдвойне амбициозны именно в промышленности. Почему? Потому что субъект движется от высокой базы. У нас по итогам 2019 года индекс промышленного производства составил 104,3%, а обрабатывающий 106,5%. Это выше среднероссийских. По итогам, значит, целей, которые стоят в этой программе, мы видим, что, ну, действительно амбициозно, потому что от высокой базы будем двигаться. Хотел бы отметить также в программе и отдельное внимание на экспортную составляющую, и тоже от высокой базы, потому что уже в начале этого года более чем на 40% вырос экспортный потенциал, и причем весь этот экспорт, это как раз касается не сырьевого экспорта, что тоже очень, очень важно. В принципе, если говорить о комплексной программе, то можно, наверное, отметить, важную такую вещь, что она включает в себя и тот ИПСР, и программу социально-экономического развития, которая была ранее разработана. И все эти 5 масштабных мероприятий, они, конечно, внесены в эту программу. Это в размере, до 2024 года в размере 5 миллиардов рублей. Ну, сегодня мы видим, что это вот уже реальный инструмент с реальными деньгами, которые, значит, правительство выделила для развития, значит, Чувашской республики. Поэтому я думаю, что это вот уже первые деньги, которые можно использовать для реализации самой программы. И скажу, что уже утверждено это постановление, точнее распоряжение правительства, которое закрепляет финансирование конкретных мероприятий. Там они расписаны, все вы их наверняка знаете. На общую сумму на 3 года сейчас 3 миллиарда рублей. Ну и дальше, соответственно, по итогам будет приниматься дальнейшее решение. Что касается в целом программы, то мы насчитали 92 проекта касаемо промышленности. Хотел поблагодарить, Олег Алексеевич, вашу команду. Мы неделю назад собирались по этой программе и прошли все проекты полностью. И хочу отметить, что эти 92 проекта, они в целом сочетают в себе порядка 42 миллиардов инвестиций. А это очень важно, это серьезная сумма. Мы таким образом разбили, я себе тут помечал просто вот в вашем докладе. Вот из 92 проектов мы совместно с коллегами отметили 34 проекта, по которым 3-4 инициативы, по которым мы будем, так сказать, совместно с министерством разрабатывать конкретные мероприятия по федеральной поддержке. Оставшиеся 58 проектов, они, как мы считаем, самостоятельно может республика реализовать. Безусловно, так сказать, мы свое плечо в этом плане подставим, но там не требовались какие-то инвестиции, не требовались какие-то федеральные меры поддержки. Это решается за счет, значит, в том числе и средств республиканского ФРП.
При этом 13 проектов на ближайший уже год мы приняли решение о закреплении кураторов на уровне директоров отраслевых департаментов по каждому из направлений, который будет контролироваться в выполнении этих проектов. Ну и мы дополнительно от Министерства промышленности, проанализировав в целом еще ситуацию этой большой программы, осмелились еще два предложения дать в эту программу, поэтому мы добавили еще выпуск Волжским комбайновым заводом комбайнов 3-4 класса и разработку автоматизированных систем управления электропоездов 4-го поколения компании «Элара». Я сегодня был на предприятии, мы посмотрели очень внимательно, значит, и как раз состав этого проекта. Ну, есть все, так сказать, предпосылки к тому, что этот проект будет реализован успешно. Таким образом, комплексная программа уже составляет не 92 проекта, а 94, с учетом того, что и мы немного добавили. Значит, но хочу сказать, что проработка этой программы достаточно тщательна и очень такая высокой степени готовности, поэтому уверен, что нам вместе будет проще ее реализовывать. Отдельное направление, которое важно выделено было, это инфраструктурные проекты. Глава уже сегодня обозначил о том, что индустриальные парки, еще 5 индустриальных парков будет, технопарков построено. Здесь мы готовы, значит, предложить использование нашего инструмента поддержки 1119, и такие уже, значит, задачи поставлены, значит, в министерстве, и мы уже совместно с коллегами работаем именно в этом направлении. Ну, важные показатели, более 2000 рабочих мест будет создано, значит, в этих индустриальных парках. Это очень хороший показатель эффективности создания парка. Ну и важно, чтобы эти все парки попали в реестр Минпромторга, и тогда они смогут получить всю необходимую поддержку. Это мы возьмем на контроль и, безусловно, в этом поможем. Отдельно отметил вот в этой программе это деятельность федерального, республиканского и республиканского фондов развития промышленности. Федеральный фонд уже в настоящее время профинансировал 3 проекта. Это только начало. Значит, это и компания Hevel, значит, как раз на более 1 миллиарда рублей. Но здесь бы хотел бы напомнить еще об одной совместной программе. Это программа «Совместные займы» с федеральным ФРП и наши инициативы, по которой мы снизили уровень софинансирования со стороны субъекта конкретно вот для 10 регионов с 30% до 10%. То есть, ну, сегодня мы, я так прикинул, понимая, что, значит, фонд региональной промышленности субъекта один из самых больших в стране, порядка 1,5 миллиардов сейчас заложено, да, ну вот можно посчитать, на какое софинансирование можно рассчитывать со стороны федерального центра, это порядка там 15 миллиардов рублей. Но это намного проще, значит, делать реализацию той программы, которую озвучили, потому что вот те 50 с чем-то проектов, там 53 у нас получилось, которые, 58, извиняюсь, которые мы проанализировали, почему федеральных мер не нужно? Да потому что они за счет регионального фонда развития и софинансирования фонда ФРП возможны к реализации. Также внесли в программу совместно применение СПИК 2.0, и вы знаете, также были внесены изменения в СПИК 2.0, они стали проще, условия и по объему софинансирования, и по срокам сместились, я не буду детально об этом говорить, но это позволило применить, значит, этот инструмент к ряду крупных компаний, и сегодня вот Hevel и Химпром уже заинтересовались этой программой, мы, так сказать, ведем переговоры по тому, чтобы они воспользовались этим уже в этой программе, которую, о чем вы сказали. Безусловно, все меры поддержки, которые существовали, они распространяются. Мы их тоже приложили на те проекты. В этом году уже более 400 миллионов республика получила, значит, по мерам поддержки. Там высокий потенциал еще дополнительных финансирований. И, так сказать, коллеги, значит, наши коллеги в регионе об этом знают. Ну и, наверное, в заключение хочу сказать, что еще один важный инструмент, который можно использовать, который должен быть использован с учетом того, что экспортный потенциал у республики достаточно высокий. И я сегодня с коллегами, кстати, общался, мы уже обменялись мнением. Здесь просто не только промышленности, но и связи, и IT-потенциал, о чем коллеги рассказывали. Вот про стройку сегодня разговаривали, по итогам посещения предприятий, какие могут быть совместные предприятия с нашими коллегами. Я бы хотел отметить, что вот важно использовать механизмы
и КПК. Значит, сегодня такие соглашения у нас уже заключены с 5 производителями региона, и общий объем финансирования проектов этими организациями с 2019 по 2024 год уже даже в рамках этой программы составит порядка 5,5 миллиардов рублей. Ну и тоже, наверное, такой важный момент, ну, для нас особо важный, потому что мы долго вместе с коллегами, вот, с главой республики, значит, и, значит, с правительством обсуждали вопрос, связанный с финансированием обновления транспортной программы. Здесь хочу отметить, что 16 июля было подписано постановление о финансировании обновления троллейбусного парка в Чувашии, и софинансирование от Минпромторга составит порядка 1,2 миллиардов рублей. Я знаю, что уже глава республики Олег Алексеевич ведет работу по, значит, закупке наземного транспорта. Это 68 троллейбусов для субъекта. Ну и я повторять не буду все показатели, которые сегодня были на слайдах. Вы видели, что они достаточно амбициозны. Сосредоточиться на двух главных, которые нам в программе особо отмечены. Они там даже в чем-то превосходят ту программу ИПСР, которая была ранее обозначена. Это объем промышленного производства на 37% к 2025 году. Опять же, так высокой базе. Да? И рост числа рабочих мест на 25%. Еще раз отмечу, это достаточно амбициозные задачи. И хочу вас здесь точно уверить, что Денис Валентинович вот как раз просил сказать, обозначить на этом, что он отвечает за, в целом за ИПСР, программу, которая уже входит в состав вашей. Здесь мы точно не просто плечо подставим, да, мы будем активными участниками и помощниками, значит, субъекту и вам, Олег Алексеевич, в реализации этой программы. И хотел поблагодарить вот, коллеги, наверное, вашу, Олег Алексеевич, команду и ваш вот подход, с которым мы отработали там два с половиной месяца. Хочу сказать, что это достаточно, так знаете, профессиональные ребята, которые очень быстро и оперативно подхватили то, о чем мы говорили на первой встрече, и очень быстро отработали уже до конкретной дорожной карты реализации этих проектов. Если так будет по всем направлениям, я думаю, что те цели, которые намечены, они, безусловно, будут достигнуты, а может быть, и перевыполнены. Нужно только пожелать нам всем в этом удачи. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Сергеевич, за добрые напутствия. Ну, хотел бы также напомнить, что Минпромторг, ну и, соответственно, министр Мантуров Денис Валентинович является куратором Чувашской Республики. И здесь мы, конечно, очень рассчитываем на ваше плечо, на вашу поддержку. Хотел бы попросить нас поддержать в вопросах создания равных условий конкуренции, поскольку зачастую наши предприятия намного сложнее выходят на внешние рынки, поскольку там создаются разные требования высокие, а вот иностранцы на наш рынок очень просто входят, платят небольшие суммы за сертификаты, за требования, которые здесь устанавливаются, и, соответственно, получается, что нашим предприятиям, ну, сложнее работать на внешних рынках и так далее. Здесь мы совместно работаем, нужна более такая последовательная, твердая позиция для того, чтобы в том числе бэушная техника не вытесняла нашу российскую новую вполне конкурентоспособную продукцию. Олег Алексеевич, если позволите, комментирую. Да, мы сегодня также посещали сегодня вот компанию Сеспель, да, мы как раз об этом говорили, и о проблемах сертификации, в том числе значит, по конкурентной способности нашей продукции, так сказать, во всех отношениях. Я думаю, что мы этот вопрос точно обсудим. Мы договорились о нашей встрече уже в Москве с коллегами, комплексно обсудить этот вопрос и с коллегами из Минэкономразвития. И я думаю, в рамках визита уже министра, который у нас запланирован, вы знаете, значит, я думаю, что мы об этих результатах еще отдельно расскажем и думаю, что отдельное внимание мы это уделим. Спасибо. Спасибо, Алексей Сергеевич. Сейчас хотел бы предоставить слово следующему выступающему, директору Департамента планирования территориального развития Министерства экономического развития Российской Федерации Виктору Васильевичу Смирнову. Пожалуйста. Добрый
Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемый Анатолий Геннадьевич, уважаемые участники заседания. Прежде всего, хотелось бы отметить, что деятельность правительства Чувашской Республики направлена на формирование благоприятной среды для жизни человека. Это строительство доступного жилья, улучшение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, услуг здравоохранения, образования и других сферах деятельности, усиление социальной защищенности населения, повышение заработной платы, создание высокопроизводительных рабочих мест. Так, по итогам 2019 года отмечена положительная динамика роста ряда экономических показателей. Например, рост промышленного производства составил 4,3%, рост производства сельхозпродукции – 5,1%, рост реальных денежных доходов населения – 0,4%, например, в среднем по России этот показатель 1,7. ВРП Республики Чувашия составил почти 298 миллиардов рублей, или чуть более 108% к показателю 2017 года. За достижение показателей при оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в 2019 году Чувашской Республике были выделены гранты в размере почти 959 миллионов рублей. Кроме того, необходимо отметить, что предприятия республики, обладая значительным потенциалом, способны разрабатывать, модернизировать и серийно производить новейшую продукцию, внедрять новые технологические идеи для высокотехнологичных секторов экономики нашей страны. Минэкономразвитие в своей повестке большое внимание уделяет вопросам регионального развития, в том числе развитию Чувашской Республики. Так, одним из механизмов, направленных на ускорение социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, используемых министерством, является разработка индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. В апреле текущего года утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на период 2020-2024 годов. Куратором указанной программы является Минпромторг России. Индивидуальная программа включает в себя в общей сложности 19 мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, создание технопарков, преференциальных режимов, развитие социальной инфраструктуры и инфраструктуры для строительства жилья с общим объемом финансирования за счет средств федерального бюджета в 5 миллиардов рублей. Минэкономразвитие является ГРБС по ряду мероприятий индивидуальной программы, и в 2020 году нами будет выделен 1 миллиард рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства региона. В настоящее время в целях начала финансирования мероприятий индивидуальной программы на федеральном уровне утверждены все необходимые нормативные правовые акты. Вместе с тем хотелось бы отметить, что разработанная комплексная программа социально-экономического развития республики до 2025 года, по нашему мнению, должна стать одним из основополагающих документов Республики Чувашия, определить перспективы развития региона на ближайшее будущее и наметить точки экономического роста. Изучив данную программу, Минэкономразвитие считает, что проделана качественная и фундаментальная работа. Значимым является то, что при ее разработке были объединены усилия органов власти, предпринимательского и экспертного сообщества Чувашии, жителей региона. Об этом, в принципе, сегодня уже Олег Алексеевич говорил. Таким образом, планируется сделать серьезные шаги по повышению качества и уровня жизни населения Чувашской Республики, тем самым обеспечив достижение национальных приоритетов, поставленных в указах президента Российской Федерации. В программе отражены не только анализ и план действий по развитию отдельных отраслей экономики и социальной сферы, но и каждого отдельного муниципального образования Чувашской Республики. Программа включает в себя 325 инвестиционных проектов во всех муниципальных образованиях, реализация которых позволит в период до 2025 года привлечь более 158 миллиардов рублей, в числе которых инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории моногорода Новочебоксарска. На сегодняшний день на рассмотрении в Министерстве экономического развития находится заявка республики о создании территории опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске. Мы, в принципе, в работе ожидаем определенной сложности с Минфином, сегодня уже в ходе рабочего совещания этот момент проговаривали, но могу точно заверить, что министерство со своей стороны сделает все необходимое и внесет в правительство данный документ с тем, чтобы все-таки положительное решение по нему состоялось. Присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития позволит создать в городе особые условия для открытия новых предприятий, развить новые виды деятельности.
Ожидаемый объем инвестиций составляет более 9 миллиардов рублей. Планируется создание более 1000 новых рабочих мест. Это даст значимый эффект для экономики города и республики в целом. На сегодня в республике уже создана одна территория опережающего социально-экономического развития в Канаше, резидентами которой привлечено более 500 миллионов рублей и создано порядка 80 рабочих мест. Одним из резидентов данной территории ООО «Артко» в июне текущего года запущено производство коммерческого машиностроения. Безусловно, создание территорий опережающего развития способствует оживлению деловой активности в моногороде и в целом в Чувашской республике, дает возможность не только создавать новые рабочие места, развить новые виды деятельности, но и повысить имидж региона, а также выдержать конкуренцию среди других субъектов Российской Федерации по привлечению в Чувашскую республику потенциальных инициаторов инвестиционных проектов для размещения своих производств. Коллеги, в заключение хотел бы отметить, что мы понимаем, что достижение опережающих темпов и высоких значений показателей, заложенных новыми экономическими векторами, является определенным вызовом для региона. Минэкономразвитие со своей стороны готово оказать всестороннюю поддержку в реализации предусмотренных целей и задач. Так что хотел бы пожелать всем плодотворной работы и успехов в реализации намеченных планов. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Виктор Васильевич. Также рассчитываю на вашу поддержку. Да, пожалуйста, присаживайтесь. Честно говоря, для меня неожиданная ваша информация про Минфин, что он там выступает против. Ну, давайте будем вместе тоже работать. Уверен, что эту преграду преодолеем. Сейчас хотел бы предоставить слово заместителю министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Волку. Пожалуйста. У нас Дмитрий Анатольевич много. У меня сын Дмитрий Анатольевич, зам руководителя Совета Безопасности Дмитрий Анатольевич, и вы, Дмитрий Анатольевич. Да. Волков – самая распространенная фамилия в России. Даже более распространенная, чем Иванов. Уважаемые коллеги, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемый Анатолий Геннадьевич, от имени министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Владимировича Якушева разрешите приветствовать вас на заседании Высшего экономического совета, на этом заседании, на котором обсуждается очень важное и такое достаточно смелое решение соединить все в одно, сделать комплексную программу, которая бы дала и власти, и людям, и бизнесу, предпринимателям четкие такие направления, четкие тренды. Это и для строителей особенно важно, потому что стройка – дело такое вроде бы второстепенное, в том смысле, что оно обеспечивает то, что собралось построить промышленность, то, что нужно для социальной сферы, но важное, потому что в нем люди работают. Это основные рабочие места. Можно говорить о цифрах, но вы, конечно, эту программу прекрасно знаете, и я позволю себе не тратить ваше время на то, чтобы повторять цифры. Логика этих цифр заключается в том, что поскольку мы видим в части нашей работы в Министерстве строительства, что власть в регионе твердая, понятная, и она четко понимает, что делает, таким людям хочется помогать во всех вопросах. Как вот, если не по цифрам, то как можно понять, хорошо со стройкой сейчас в Чувашской республике, или есть проблемы? Ну, это очень легко строителям понять. Как только приехал в город, надо посмотреть, работают ли краны. Если краны работают, значит, стройка есть. Вот меня провезли по городу, докладываю, краны работают. Поэтому мне так кажется, что неплохо обстоят дела. И со строителями мы встретились и поговорили. Что очень радует? Радует то, что и в практике, и в выступлении главы прозвучали слова про комфортную городскую среду, про архитектуру, про архитектурные традиции, что очень важно. И это сегодня вот прямо мне показали, живем в новом городе, хотя это новый микрорайон, ему совсем немного времени, он еще только строится, но там уже очень талантливые люди с горящими глазами воплощают вот это все в малые формы, в
стройку. Ну, я спросил, почему вы строите из кирпича? Это же необычно. Это, чем объясняется эта экономика? Это не только экономика, это и традиции. Это важнейшая история, которую не так-то много где можно встретить. Что еще хотел бы сказать? В чем очень высокий потенциал? Очень высокий потенциал здесь, в людях. В некотором смысле вообще Чувашская республика – это такая российская мечта. Ну вот прям мечта, потому что это территория, на которой основу экономики составляет промышленность, прежде всего обрабатывающая, сельское хозяйство и высочайший туристический потенциал. Место с хорошей экологией, с рекой замечательной нашей. И поэтому вот все, что делается в этом отношении со строительной точки зрения, хочется, чтобы все это, чтобы все эти программы эту всю историю поддерживали. И мы будем стремиться, чтобы и по чистой воде, и по оздоровлению реки Волга, и в целом по программе «Жилье и городская среда», основная наша, конечно, мера поддержки, стимул. Мы вот такие инициативы обязательно поддержали. На это, собственно, и деньги заложены. И в индивидуальной программе развития, которая сейчас вот этим планом впитана. И сегодня уехала заявка на 1,2 миллиарда рублей с самолетом, на котором мы прилетели. Будем пробивать. Ну и наконец, наверное, последнее, о чем бы я хотел сказать, не отнимая ваше время. На чем зиждется стройка в Чувашии, вот как мне кажется. Она зиждется на традициях, ведь здесь рождалось наше монолитное отечественное домостроение. Каменщики и чуваши, это я говорю не теоретически, потому что где-то прочитал, а потому что 29 лет работаю в стройке, ценятся по всей стране до сих пор. Это тот потенциал, который еще можно развить. Что очень много людей работает не здесь, на стройке, а, как говорят, на отходе, ездит на другие территории нашей страны. И тут есть дополнительный потенциал, как с точки зрения образования, так и с точки зрения экспорта не людей, а услуг. И вот над этим нам надо, конечно, вместе, совместно поработать, базируясь на той основе, которая заложена, повторюсь, великолепным, на мой взгляд, документом, комплексным планом. И людям, которые вы сделали, и самому плану хочется только помогать. Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Мы также рассчитываем, конечно, на Минстрой России. Много программ, которые через вас идут. Та заявка, которая сегодня на самолете улетела по программе «Стимул», надеюсь, будет в полном объеме поддержана. Ну и мы ждем Владимира Владимировича Якушева сюда, с тем, чтобы обсудить вопросы взаимодействия дальнейшего. Сейчас хотел бы представить слово с удовольствием заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Людмиле Николаевне Боковой. Пожалуйста. Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемый Анатолий Геннадьевич, ну, также позволю себе прокомментировать, я как строитель тоже пощупал, связь есть в Чувашии, поэтому все не так уж и плохо, но, тем не менее, мы также со своей стороны готовы помогать, участвовать республике и в тех проектах, которые есть, но, тем не менее, опять же, хотела остановиться на тех акцентах, которые уже достигнуты, и мне бы хотелось, чтобы они и в своих темпах, и в своих показателях не уменьшались, а только прирастали. Ну, исходя, конечно же, из тех задач, которые поставлены Советом в рамках программы. Действительно, на сегодняшний день Чувашская Республика очень активно внедряет информационные технологии в различные общественно-экономические сферы жизни региона. Это и
меняет саму жизнь людей, и бизнес меняет, и бизнес-процессы меняет, и создает в том числе новые рабочие места. Вот послушайте, только вдумайтесь, какие достижения есть у Чувашской республики. Только в 2018 году, благодаря тому, что информационные технологии очень активно были реализованы, валовый доход регионального продукта 8 миллиардов рублей. И это за счет того, что в этом секторе всего лишь было занято чуть больше 7 тысяч человек. Это уникальный показатель, это действительно очень важно, очень здорово, чтобы вы и дальше его сохранили. То есть очень маленькое количество людей занято, но посмотрите, какой эффект валового национального дохода дает. Безусловно, конечно же, в результате активного развития действующих и новых предприятий, которые есть в регионе, все это было создано. Ну и понятно, что за счет тех федеральных лидеров IT-индустрии, которые присутствуют. Я очень рада, что вы действительно смогли обеспечить себе такой очень хороший качественный договор с компанией Яндекс, что она здесь представлена. Представлена и с точки зрения компании, и с точки зрения образовательных продуктов. Это очень важно, о том, что действительно совместные проекты могут дать и усилить тот эффект валовый, который сегодня, на сегодняшний день зафиксирован в республике. Сегодня жителям действительно доступны все виды связи. В регионе создан практически каждый житель пользуется мобильной связью, которую предоставляют и наши как традиционные операторы, так и виртуальные операторы. Однако, как и во многих других субъектах Российской Федерации, конечно же, нужно очень большое внимание обратить на так называемые слепые зоны, где мобильная связь не представлена, и, что самое обидное, не представлен интернет, и над этим, конечно же, нужно работать. Я рада, что это вошло в проект программы, и вы поставили определенные задачи двигаться в этом отношении. Особенно это касается, конечно же, сельских территорий, они не должны отставать, и мы не должны усиливать тот цифровой разрыв, который может быть. Но, тем не менее, непосредственно жители республики активно используют информационные технологии в своей жизни. Это показывает те результаты, те итоги, которые были достигнуты в 2019 году. 71% населения получают государственные услуги в электронном виде. Это действительно хороший показатель. Это важно сохранить. То есть практически огромное количество населения сегодня может общаться и получать государственные услуги через портал госуслуги. Ну и это создало возможность, я, кстати, хочу сказать, что Чувашия здесь опять же лидер. Примером активного развития цифрового государства является участие Чувашии в эксперименте по электронному сбору подписей избирателей в поддержку кандидата на должность главы Чувашской республики через портал госуслуг. Коллеги, вы третьи в стране, которые вышли на этот уровень. Это действительно достижение, действительно показатель, это амбициозно. Это говорит о том, что государство и глава республики, он открыт, и конкуренция действительно будет открытая, и, ну, что называется, показатели действительно без сомнений будут достигнуты. Конечно же, Чувашия активно участвует в федеральных проектах в области цифровой экономики. Республика вошла в число регионов-лидеров по активности участия в грантовых конкурсах. Ну, одним из таких примеров является федеральный проект «Кадры для цифровой экономики». Это действительно очень важно. Я подчеркну, вот только за 30 дней этого месяца в Чувашской республике было открыто 960 вакансий IT-специалистов. Это востребованность сумасшедшая. И если есть вакансии, есть потребность в IT-специалистах, конечно же, нужны программы, свои программы региональной подготовки. То есть, чтобы к вам ехали за тем, чтобы получить эти знания и оставаться на те вакансии, которые у вас есть. Это почти по 17 должностям IT-специальности. Это действительно очень важно. Конечно же, региональные издания, они действительно побеждают в конкурсах на гранты в области печатных изданий СМИ, которые у нас проводятся в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям, это тоже достаточно серьезное достижение. Конечно же, важно отметить, что почти
более 1000 общественно значимых социальных объектов. Это такие объекты, как школы, фельдшерско-акушерские пункты, сельские администрации, пожарные части, объекты культуры и другие до конца 2021 года будут оснащены высокоскоростным интернетом. И, соответственно, построение узла связи позволит обеспечить и развивать мобильную связь и проводной интернет уже внутри поселка. Я прошу активно участвовать в этой программе. Это федеральный проект. Акцептуйте, чтобы не осталось ни одной школы, в которой очень слабый интернет, или ни одного сельского клуба, где нет возможности получать помощь правовую, потому что именно там оказываются это сельские библиотеки. Обратите, пожалуйста, внимание. Мы сейчас делаем корректировку этой программы, и те ресурсы, которые у нас остаются, постараемся бросить не только на коммуникацию к школе, но и поставили задачу часть этих ресурсов расходовать на систему внутри школы, то есть помочь модернизировать ту технику, которая была. Кроме того, республика очень активно взаимодействует с нашим министерством по обеспечению жителей республики универсальными услугами связи. В частности, на сегодняшний день почти 306 населенных пунктов подключены к универсальной услуге связи, а на всей территории республики установлено более 1745 таксофонов. Это тоже хороший показатель, хорошее достижение, но мы все-таки планируем развивать в том числе и мобильную связь. И в этом отношении, с моей стороны, рекомендация: очень много проектов реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Я здесь готова оказывать поддержку, чтобы крупные операторы связи реализовывали возможности в каждом поселке доносить это через мобильный интернет. Он сегодня действительно имеет возможность большего проникновения. И это тоже одна из задач, которую, я думаю, нужно отметить в программе. В 2021 году мы будем продолжать сотрудничество. И в рамках уже государственной программы Российской Федерации информационного общества республики предоставлено уже субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий. Это очень важно, это действительно показатель, решение которое даст вам возможности прирасти в дальнейшем. Безусловно, обсуждаемая сегодня комплексная программа, она очень важна, и она способна придать новый импульс развитию экономики и социальной сферы республики, не только основываясь на том опыте, который уже есть, но и использовать новые практики. Вот в частности, в рамках и государственно-частного партнерства, и в рамках подготовки IT-специалистов, я думаю, что это потенциал, на который можно рассчитывать. Ну и предлагаемые меры в программе действительно могут создать такой потенциал. Я еще раз повторюсь, что здесь нужно использовать новые форматы, которые у нас заложены в федеральных законах. Это развитие государственно-частного партнерства. И очень важно, вот буквально накануне, сегодня в Совете Федерации рассматривается еще ряд законодательных инициатив. Мы здесь, конечно, благодарим Государственную Думу за оперативность их принятия. Это прежде всего возможность проведения экспериментальных правовых режимов. И очень важно, что сегодня это не только федеральная позиция. Субъектом, участником экспериментальных правовых режимов может быть субъект. Это ваше право развивать здесь инновации. То есть те инновации, которые вы можете достигнуть, без оглядки на какие-то методики, на какие-то рекомендации. Это ваше право, это ваша позиция, это ваш внутренний потенциал, на который вы можете рассчитывать сегодня. Я думаю, что будет в ближайшее время подписан этот проект, этот закон, и действительно даст такие возможности для региона. Ну и, конечно же, важно, что сегодня будет принято решение и поддержан налоговый маневр. Это тоже важная задача, которая поддерживает IT-специалистов, IT-компании. Мы тоже рассчитываем на то, что компании сегодня не только смогут благодаря этому налоговому маневру сохранить свою потенциальную возможность в субъекте, но и мы также рассчитываем на то, что они будут это использовать и как экспортный потенциал.
потенциал. Потому что сегодня, ну, так устроена экономика, мы можем рассчитывать на то, что на экспорт можем выводить не только продукты, да, материализованные продукты, но и программное обеспечение, которым мы действительно гордимся за последнее время, и такой потенциал есть и в IT-компании Чувашской Республики. Поэтому, коллеги, я думаю, что те достижения, которые действительно есть в республике, вы приумножите теми проектами, которые есть, и теми законодательными инициативами, которые мы предложили. Дерзайте, но мы со своей стороны действительно готовы помогать, готовы поддерживать. Мы периодически планируем такие фокус-сессии, когда любой регион может приехать, любое министерство, которое испытывает то или иное или нуждается в той или иной консультации, мы с удовольствием в министерстве принимаем, собираем все департаменты и проводим консультацию, вплоть до, разъясняем до закупок, которые можно будет проводить и как проводить, чтобы действительно пошло на пользу. Рада вас будем видеть. Спасибо, Людмила Николаевна. Спасибо вам, представитель, за высокую оценку нашей IT-сферы. Ну, действительно, когда готовилась программа, очень много толковых людей из этой сферы участвовали в работе. Когда Олег Алексеевич критиковал часть программы, связанной с цифрой, я думаю, он имел в виду, что потенциал нашей республики в этой сфере намного выше, в том числе интеллектуальный потенциал намного выше. И как раз вот здесь этот потенциал нам необходимо максимально реализовать, в том числе в программных документах. Ну и мы в программе прописали создание центра компетенции по цифровой сфере. Думаю, что он в ближайшее время вашим решением, Олег Алексеевич, будет создан. Ну и, соответственно, это даст новый импульс развитию цифровизации в республике. Сейчас хотел бы предоставить слово ректору Чувашского государственного аграрного университета Андрею Евгеньевичу Макушеву. Пожалуйста. Потом ты. Уважаемый Олег Алексеевич, Анатолий Геннадьевич, уважаемые участники Высшего экономического совета. Очень порадовало то, что в выступлении большинства докладчиков агропромышленный комплекс обозначался как драйвер, локомотив развития экономики республики. Конечно, с этим нельзя не согласиться. В частности, вот в комплексной программе, которую мы сегодня обсуждаем, преобладающее число, более 170 инвестиционных проектов, относится именно к сельскому хозяйству и к перерабатывающей промышленности. Это самый большой инвестиционный раздел программы. Да, действительно, программа обсуждалась на совершенно разных профессиональных площадках, обсуждалась в районах республики. И, конечно, мы были очевидцами жарких споров, эмоциональных выступлений по проблемам отрасли. Было все, на самом деле, коллеги. Не было только равнодушия, не было безразличного отношения к проблемам этой важной для нашего региона отрасли. Я хотел бы отметить, что аграрии республики выходили с большим количеством предложений, которые, я убежден, нашли отражение в программе. Многие из них включены в программу. Некоторые, я думаю, будут в рамках механизмов реализации программы уже отработаны. Уважаемые коллеги, на самом деле хотелось бы отметить, что для меня очень важно, что комплексная программа социально-экономического развития региона до 2025 года очень тесно увязана с госпрограммой развития сельского хозяйства, с федеральной научно-технологической программой развития отрасли до 2025 года. Это очень правильно, потому что отдельные источники финансирования мероприятий программы находят свое отражение в федеральных документах, которые приняты на правительственном уровне. Я хотел бы отметить, что очень многие эксперты отмечали важность так называемой артподготовки перед началом штурма стратегических высот агропромышленного комплекса. Ведь, казалось бы, вот одной из целей программы стоит, например, вот в оборот необрабатываемых земель. Чем вводить? Какими основными средствами? И очень здорово, что за несколько месяцев до реализации программы правительство республики принимает решение о субсидировании 40% от техники, приобретаемой производимой российскими производителями и приобретаемой аграриями.
плюс прибавим 10% по постановлению 1432, это уже 50%. Возьмем НДС, еще набегает. Соответственно, если в прошлом году аграрии республики могли купить на определенную сумму денег один комбайн, в этом году они имеют возможность приобрести два комбайна, два трактора, два посевных комплекса. И вот это обстоятельство является залогом того, что цель программы может быть выполнена. И у аграриев республики сегодня есть уверенность. Мы ездим по районам, и нам открыто заявляют одобрение тем инициативам, которые правительство принимает в рамках подготовительного этапа реализации стратегии. Либо возьмем озвученную Олегом Алексеевичем стратегическую цель в рамках реализации концепции зеленого бренда в Чувашской республике в рамках федеральной программы. Это абсолютно правильное решение, но переход к зеленому бренду невозможен без высококультурных, высокооснащенных, грамотно организованных референтных центров. Пока у нас не будет возможности организовывать на базе Чувашской республики лабораторных исследований в интересах сельхозтоваропроизводителей, в интересах защиты рынка региона от фальсификата, в интересах выхода аграриев республики на внешние рынки, говорить о зеленом бренде невозможно. И сейчас в республике, благодаря договоренности между временно исполняющим главой Чувашской республики и министром сельского хозяйства Российской Федерации, в республике будет создана крупнейшая в России лаборатория. Таких всего 14 в регионах, у нас в регионе будет 15. Это филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории Россельхознадзора. Я думаю, что 1,5 миллиарда на оснащение оборудования и 100 человек высококвалифицированных рабочих мест – я думаю, это хорошее подспорье для реализации программы. И вот благодаря вот этой, как сказать, подготовительной работе у меня и у экспертов, а также у многочисленной армии аграрников есть уверенность в том, что мероприятия программы будут реализованы. Я хотел бы отметить также, что задача, очень важная задача, связанная с сохранением поголовья крупнорогатого скота в Чувашской республике, большая часть которого сосредоточена в личных пособных хозяйствах, тоже уже решается благодаря той финансовой поддержке, которую бюджет республики оказывает представителям личных подсобных хозяйств, держащих у себя коров. Хоть это небольшое подспорье, но оно все равно настраивает людей на то, что ситуация с ценами на молоко выправится, что скот не надо резать, что надо продолжать развивать и укреплять животноводство в отдельно взятой семье. Я хотел бы отметить, что достоинством программы, коллеги, для меня лично является то, что в основе всех мероприятий по агропромышленному комплексу, конечно, стоит человек с его духовными и материальными потребностями. Вопросы заработной платы, вопросы кадрового обеспечения отрасли, причем не просто кадрового обеспечения, а обеспечения высококлассными специалистами, выходят в стратегии на первый класс, на первый план. И в этой связи я еще раз повторюсь, где бы мы ни встречались, на каких бы на площадках мы ни обсуждали эту тему, с главами сельских поселений, с аграрниками, ни один человек не сказал, что эти мероприятия невыполнимы. Все сказали, что при нынешнем уровне государственной поддержки, при сохранении текущих правил финансирования и поддержки сельского хозяйства, а тем более при тех программах, которые, дополнительных программах, которые мы на сегодняшний день видим на республиканском уровне, на федеральном уровне, все эти задачи нам по плечу. Да, конечно, были предложения, предположения о том, что цели недостаточно амбициозны, но сельское хозяйство – это творчество. Это очень состязательный вид производственной деятельности, где отрасль очень восприимчива и к новым технологиям, и к передовому опыту. И я думаю, что первая волна результатов программы в части реализации инвестиционных проектов пойдет, подтянутся и остальные. Те, кто сегодня занимает выжидательную позицию, те, кто, может быть, не уверен в своих силах, может быть, где-то не доверяет государству. Но когда они увидят, что при... мы будем надеяться при повышающемся, увеличивающемся уровне поддержки, финансовой прежде всего, я думаю, что у всех скептиков, так сказать, все их ожидания не оправдаются, и они перейдут в когорту здоровых оптимистов. Спасибо. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Действительно, аграрное направление является одним из ключевых. Ну и Олег Алексеевич озвучил, что
нам важно добиться переработки сельхозпродукции в основном в нашей республике. Пусть сюда везут сырье, а мы будем добавлять стоимость и продавать уже готовую продукцию. И на это нацелена как раз программа, для того, чтобы наши селяне могли продать продукцию, выращенную, прежде всего, на нашем внутреннем рынке. Уверен, что мы это сделаем. Деньги, кстати, есть реально. Я рад, что главы вот уже многие подходят со своими проектами. И когда есть желание, то это желание всегда легче поддержать и реализовать. Сейчас хотел бы представить слово то ли москвичке, то ли чебоксарской девушке. Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алле Владимировне Самойловой. Уважаемый Олег Алексеевич, уважаемый Анатолий Геннадьевич, дорогие друзья, уважаемые коллеги, я все равно местная, я все равно отсюда, поэтому, конечно же... Где прописано, в Москве или здесь? Чебоксары. Ну, я тоже, кстати. Коллеги, мне бы хотелось сказать сначала огромные слова благодарности разработчикам программы за то, что в программу включили здравоохранение. Отрасль, которая, казалось бы, с экономикой вроде бы как... И когда докладывали первую программу вот 24 числа, было сказано, что к здравоохранению у муниципалитетов не было особых претензий. И поэтому стоял вопрос, а надо ли включать в программу учреждения здравоохранения. Но я думаю, что мы с вами пережили, хотелось бы верить, что пережили период пандемии. И я думаю, что в этот период все поняли, где здравоохранение и где экономика. И если бы не было достойного здравоохранения, если бы не было качественной медицинской помощи, то, поверьте, потерь было бы намного больше. И экономика, которая сегодня страдает, она бы, может быть, переживала еще больше потери, которые есть на сегодняшний день. Поэтому еще раз большие слова благодарности за то, что здравоохранение не забыли. А в своем выступлении Олег Алексеевич обозначил уже те моменты, которые важны сегодня в отрасли. Конечно же, в первую очередь, это первичное звено, это укрепление наших муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных центров, потому что без первички сельскому гражданину, который в Чувашской республике в достаточном количестве проживает на селе, будет очень сложно. Но прозвучало еще и то, что нужно создавать новые центры, нужно создавать новые лечебные учреждения, потому что на самом деле сегодня уже здравоохранение не стоит на месте, и мы должны идти вперед. Мы должны строить и ставить перед собой более амбициозные цели. И давайте немножко посмотрим на историю. Более 30 лет тому назад в республике появляется первый в стране федеральный центр МНТК-микрохирургии глаза. Давайте вспомним, как мы все гордились этим центром. А если уж я спрошу коллег-врачей, как хотели попасть туда работать, и ведь, честно говоря, практически большинство, которые пришли тогда работать в этот центр, сегодня составляют костяк этого учреждения. 95-й год. Открывается у нас кардиологический диспансер. Тогда было заявлено, что у нас будут делаться операции на открытом сердце. Я думаю, что кто из коллег здесь сидит из врачей, никто в это не верил. Но мы это сделали, и это у нас на сегодняшний день есть. Перинатальный центр 2000 год, который был практически один из первых в стране построен, ну, он был тогда в реконструкции, но это был идеологически первый центр в стране. Что мы видим? Мы увидели с вами лучшие показатели младенческой смертности, и ведь потом вся страна пошла по этому пути, строится шикарный перинатальный центр по стране, наш уже, в общем-то, чисто, скажем так, морально немножко устарел, но функционально еще очень и очень много чего может сделать. Вспомните наш первый в стране реабилитационный центр для детей. Сколько коллег приезжали и смотрели эту службу, развитие детской реабилитационной службы. До сих пор этот детский реабилитационный центр звучит на устах у коллег по всей стране. Но я думаю, что на сегодняшний день гордости флагман Чувашской республики – это федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. И опять же, давайте вспомним историю. Никто не верил, что в республике
Чайке может появиться этот центр. Вроде бы и службы травматологической нет, вроде бы и кадров-то особых нет. Но ведь сделали, выучили кадры, создали центр. И на сегодняшний день практически вся страна едет сюда. И это уже не только высокие технологии, а это уже и медицинский туризм, а это уже и привлеченные финансовые средства в другие отрасли, в гостиничный бизнес, в экономику. То есть уже получается, что здравоохранение притягивает сюда экономические параметры. И понимаете, если мы будем рассматривать вот здравоохранение с этих позиций, то, поверьте, у нас очень многое что получится. Ну вот мне бы хотелось поставить более амбициозную задачу. Олег Алексеевич сказал о реконструкции республиканской больницы. Вот в эти все годы республиканская больница стояла у нас с вами, вот такой труженицей была, такой великой труженицей. И на сегодняшний день какие только технологии туда не вложены. А если посмотреть на, скажем так, здание, это ведь, по сути дела, старейшее стационарное учреждение в республике, в городе Чебоксары. И вот поэтому сегодня уже хочется поставить амбициознейшую цель создать в республике новейшую республиканскую клиническую больницу, в которой будут сконцентрированы все высокие медицинские технологии. А это нам позволит достигнуть той цели, которую поставил перед нами президент в указе. 78 лет к 30-му году. Без высоких технологий, без вот этого движения вперед, без вот этого нового центра, поверьте, наверное, будет уже сложно. Нужно вкладывать новые технологии, новое оборудование в те старые стены, которые есть. Ведь и врачи, которые, и медицинские сестры, которые хотят приходить сегодня в лечебное учреждение, они хотят приходить в храм. Они хотят приходить в хорошем понимании в храм. Чтобы были стены, чтобы были технологии, чтобы было красиво, уютно и для пациентов, и для медицинских работников. И вот хочется, чтобы в республике появился этот храм. А как уже сказал Дмитрий Анатольевич, республика – это мечта. А мы с вами рождены в этой республике, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. И я уверена, что у нас это все получится. А еще об одном. Олег Алексеевич сказал о реабилитационном потенциале в республике. Вот здесь мне бы хотелось сказать, а вот это уже, с одной стороны, развитие здравоохранения, развитие здоровья, реабилитационные технологии для наших пациентов после лечения высоких медицинских технологий. А это уже привлечение сюда, экономическое привлечение граждан с других регионов страны. И вот тогда развитие нашего санаторно-курортного кластера, и вот здесь тоже можно воспользоваться условиями частно-государственного партнерства. Может быть, не надо тогда будет серьезно тратить государственные деньги на инфраструктуру, а вкладывать туда только технологии. И мы уже знаем, что такие центры у нас есть. Санаторий Чувашия, курорт для Чебоксар и в целом для республики. Санаторий «Надежда», Новочебоксар для всего города. И я думаю, что эти два учреждения даже сегодня могут стать флагманами в реабилитации пациентов, которые перенесли ковид. Очень важное направление, и не нужно забывать о том, что у нас этот кластер существует. И очень хочется верить, и я верю в то, что коллеги, которые, предпринимательское сообщество, которые сегодня вкладывают средства в эти санатории, они очень гармонично впишутся в общие системы здравоохранения, реабилитации, развития экономики. И это вот в этом-то вся сила. В этом вся сила, когда мы соединяем наши усилия и не идем каждая по своей дорожке, а вместе. И очень здорово, что сегодня практически представители всех федеральных министерств, ведущих федеральных министерств, здесь присутствуют. Опять же здорово. То есть, объединив усилия, мы с вами сделаем сказку былью. Спасибо огромное, коллеги. Я уверена, что все у нас вместе получится. Спасибо. Федеральный уровень. Ну, абсолютно правильный подход, что во всем надо стремиться делать на уровне мировых стандартов, в том числе в здравоохранении. И задача, чтобы наша республиканская больница отвечала самым высоким мировым стандартам, абсолютно правильная. И мы над этим будем работать. Когда вы выступали, я на Владимира Геннадьевича смотрел, Степанова.
на министра здравоохранения. И он, в принципе, с этим согласен. Он машет головой, значит, все, так и будет. Значит, так и будет. Мечты сбываются, а мы вам будем помогать. Сейчас хотел бы представить слово почетному гражданину Чувашской Республики. Да? Нет. Извините. Нет. Владимиру Николаевичу Иванову, ректору Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Чувашский государственный педагогический университет и так далее. Я-то думал, ну еще будете. Спасибо. Уважаемый президиум, уважаемые члены Высшего экономического совета, уважаемые присутствующие на заседании. Действительно знаковое событие. Не только из-за того, что рабочая группа наконец-то представляет документ на всеобщее обозрение. И знаковое событие, потому что народ Чувашии точно ждет, что же будет. Потому что народ Чувашии – это вот те люди, которые действительно социально активны, о чем было уже много сказано и экспертами федеральными. И я со своей стороны хотел бы именно вот на комплексный план развития, программу развития, посмотреть именно глазами наших жителей. А основные жители – это как раз или работают в системе образования, или имеют прямое отношение к образованию. 281 тысяча школьников, обучающихся – это большая армия. 21 тысяча больше – это преподаватели, воспитатели, педагоги. Это 1/3 Чувашской Республики. Добавьте сюда родителей, бабушек, дедушек, которые очень чувствительно относятся к теме образования, и мы получим Чувашскую Республику. Поэтому вот я от системы образования и хочу сказать, действительно, программа, она встроена очень логично общую стратегию развития как Российской Федерации. Вот указы это как раз подтверждают указы Путина, последние именно о национальных стратегиях, приоритетах на перспективу. И наша программа ложится и на федеральные, национальные проекты, и федеральные проекты. Республика участвует в области образования во всех почти что федеральных проектах. Соответственно, все приоритеты расставлены, деньги выделены. И самое интересное, если посмотреть глазами школьников, учителей, вот люди начинают привыкать к тому, что детские сады сдаются, школы новые строятся. Это как естественно уже. Если раньше был первый садик, сдали, вон Леонид Ильич знает, сдавали первый садик, я помню, люди эйфории испытывали, радость после 20-летнего вот застоя. Сегодня к этому привыкли, люди уже другие ожидания возникли. У людей другие ожидания, уже становится традицией естественным, что новая робототехника появляется, новые классы, новые детские сады, школы. И в этой ситуации что же ждет тогда наш учитель или наши школьники? Вот как раз в программе дальше продолжение идет. То есть кроме федеральных программ, республиканские новые цели появляются. Это развитие педагогических кадров или развитие вообще обеспечения кадрами. Эта тема вот злободневна для педуниверситета, для системы в целом образования Чувашской Республики. И здесь внутри между строк прописано, а если опять же посмотреть ожиданиями учителя на 1 сентября, он увидит, что с 2012 года зарплата повышалась, но структура-то зарплаты неудовлетворительная. Большая часть стимулирующих, а базовые оклады, но не буду называть. Поэтому вот эта тема заявлена. Это ожидания люди увидят, люди это ожидание почувствуют, и они будут участвовать в принятии решений. Это тоже очень важно. Потому что такое целеполагание – это когда есть проблема, ставится цель, а вокруг этой цели объединяются люди. Вот программа-то для того интегрирующая начало ответами заключается. Не просто вот мы нарисовали, отдали, живите как хотите или делайте вот пожалуйста. А люди своими потребностями объединяются вокруг этих целей, а потребности, вот они обозначены, это проблема, которая наконец-то стала возможность решить эту проблему, потому что вчера было нельзя, завтра будет поздно. Вот исходя из этих как бы взглядов со стороны потребителей наших или, по крайней мере, главных участников этой программы, наверное, нужно сказать, что программа действительно она сконцентрирует, объединит все силы общества. И вот в этом и преимущество сегодняшней программы, представляемой на всеобщее обозрение, и в том числе, прежде всего, области образования. Здесь, конечно же, хотелось бы подчеркнуть, и предыдущие ораторы выступали, еще говорили о значимости науки, и в том числе высшего образования.
И вот преимущество программы еще в том, что уже параллельно сегодня Министерством образования мы подписываем дорожную карту реализации тех задач по обеспечению кадрами системы образования, и не только системы образования, а в целом всей социальной сферы и, прежде всего, экономики кадрами. Вот ЧГУ уже работает, подтверждает основной университет, что это возможно и делается уже. А сегодня в дорожной карте конкретные шаги на ближайшие 5 лет. Это вот развитие самой программы. Все в программе не пропишешь, и не нужно его прописывать. И вот дополнение является как раз возможностью активного включения вот этот процесс всех других участников, которые сегодня не имели возможности или высказаться, или как бы за короткое время не успели реализоваться своими идеями. Поэтому вот другой важный импульс, который сегодня возникает благодаря уже комплексной программе, это вовлечение людей идеями и при приложении своих идей к реализации заявленных основных приоритетов. Поэтому я очень рад, что есть возможность сегодня поблагодарить же разработчиков, прежде всего, поблагодарить, прежде всего, наших жителей, которые активно включились, и, конечно же, поблагодарить всех нас, потому что у нас есть сегодня возможность сказать, что эта программа действительно реализуемая, и мы это сделаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Действительно, программа будет работать, если все ею проникнутся и приложат свои руки для того, чтобы она стала из мечты явью. Поэтому здесь на вас тоже большая надежда. Сейчас хотел бы представить слово человеку очень известному и много поработавшему с этой программой. Наталье Юрьевне Портасовой. Заместитель генерального директора НПО или НПК «Элара». Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич. Добрый день, Анатолий Геннадьевич. Уважаемые соратники, единомышленники, уважаемые гости нашей Чувашской республики. Сегодня на самом деле знаковое событие для всей нашей команды, которая принимала участие в подготовке этой комплексной программы. Но я хочу сказать, что прошло всего лишь навсего полгода с момента вступления в должность Олега Алексеевича, а уже представлен такой масштабный, серьезный документ. И не просто документ, а своего рода карта, по которой наш капитан будет прокладывать курс корабля. Издавна моряки сталкиваются с серьезной проблемой, которая называется обрастание судна. Разного рода организмы создают на подводной части корабля мощный нарост, затрудняющий движение вперед. И за последние годы наш корабль под названием «Чувашия» тоже обросла вот этим грузом проблем. Что делать в таких случаях? Нельзя ждать, чтобы проблема сама собой рассосется. Такого не бывает. Приведу слова английского драматурга Бернарда Шоу. Он как-то сказал: если у вас есть яблоко, и у меня есть яблоко, и мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня останется по одному яблоку. А вот если у вас есть идеи, и у меня есть идеи, и мы объединяемся этими идеями, то у каждого будет уже по 2 идеи. Вот такой подход был, такой серьезный подход обмена мнениями в ходе подготовки этой программы. Я еще раз могу поблагодарить, Игорь Ильич, вас, вашу команду, Международный центр развития регионов, который нас всех объединил, сплотил. И Олег Алексеевич не давал нам покоя ни днем, ни ночью вместе с Анатолием Геннадьевичем. Создавали мы рабочие группы, обменивались этими мнениями, находили общие решения. На самом деле здесь уже коллеги сказали, что вот эта программа, она дала такой мощный импульс по инициативам. Ведь многие наши, особенно предприятия, учитывая то, что мне как бы сказали, надо по промышленности немножко сказать, многие предприятия, ну, как-то так скептически относились к тому, что будет ли толк от новой, очередной разработки программы. Оказалось, толк есть. Уже на сегодня разработана дорожная карта реальных действий по реализации не просто проблемных вопросов, а реализации инвестиционных программ, проектов. Я здесь хочу сказать огромное спасибо Министерству промышленности, Алексей Сергеевич. Вот такого активного взаимодействия на самом деле не было, наверное, очень-очень многие годы, потому что уже департаменты
Министерства промышленности Российской Федерации звонят нам на предприятие и говорят, что нужно сделать, чем помочь. И вот наши программы, которые ну, как-то так скептически не были значит, рассмотрены детально в ходе подготовки индивидуальной программы развития территории Чувашии, а на сегодняшний день они стали предметом серьезного анализа и мониторинга со стороны Министерства промышленности. И это очень здорово, потому что и наши предприятия сразу же включились в этот процесс. И еще раз подчеркну, что эта программа не является ну, таким вот законченным документом. Да, она будет встроена сейчас, и будут корректировки стратегии развития Чувашии до 35 года, о чем сказал Олег Алексеевич. Но вот эта программа, это как живой организм. То есть это вот, она будет постоянно совершенствоваться, добавляться. И здесь будет работа над ней наша с вами постоянная, каждодневная. Потому что проблемы, они не решаются кавалерийским наскоком полномерно и целенаправленно. Сейчас создана система, которая позволяет не только как бы все это дело реализовывать, но и предотвращать появление новых проблем. Что очень важно и очень ключевой момент в этой программе. У программы два аспекта. Это отраслевой и муниципальный. И, пожалуй, впервые в столь масштабном документе отражены не только чаяния, нужды, проблемы каждого муниципального образования, каждого жителя Чувашской Республики, ну и пути решения насущных вопросов и подготовлены проекты. Полагаю также, что в составе Кабинета министров надо сформировать все же специальное межведомственное подразделение, как сейчас принято говорить, проектный офис по реализации программы. Это позволит вывести нашу работу на качественно новый уровень, оперативно отвечать на новые вызовы и не терять набранных темпов. Дорогие соратники, кораблем управляет капитан. И это очень актуально, что сегодняшняя программа представляется в канун празднования Дня военно-морского флота. Но в одиночку даже самый такой стойкий, матерый капитан не сможет справиться с этой сложнейшей задачей. Поэтому и создается боеспособная команда единомышленников, состоящая не только из членов Кабинета министров, но и из представителей бизнеса, гражданского сообщества, нашего народного штаба Олега Алексеевича Николаева, всех, кто неравнодушен к судьбе нашей родной Чувашии. Я много лет участвую в жизни республики, могу сказать, что такое объединение представителей здоровых сил вокруг идеи и разработки нашей комплексной программы, которую сумел организовать Олег Алексеевич, не было в Чувашии очень давно. В древнем Риме говорили, где согласие, там и победа. Уверена, что мы сумеем преодолеть сложности вместе. И у нас обязательно все получится. Спасибо. Спасибо, Наталья Юрьевна. Ну и хотел бы представить слово заместителю председателя правления Промсвязьбанка Платонову Сергею Ревазовичу. Пожалуйста, Сергей Ревазович, несколько слов. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо, Анатолий Геннадьевич, за высокую оценку нашей скромной деятельности в этом направлении. Безусловно, мы как опорный банк оборонно-промышленного комплекса обязаны уделять именно этому сегменту экономики первостепенное значение и внимание. Но в поручении президента по созданию нашего банка четко обозначен статус банка как универсальный. Поэтому одна из основных задач моих и моих коллег – это сохранение паритета между оборонным сектором и гражданским. Мы действительно имели возможность ознакомиться детально с программой. Программа очень детально проработана, и, наверное, не просто будет ее выполнять, точно не одного года задача для новой команды. Мы желаем успехов новому руководителю республики и его команде. Со своей стороны, мы хотели бы внести небольшое предложение, Олег Алексеевич, в части дополнения программы, по нашему мнению, очень важным аспектом, это попытка сформировать позицию руководства республики по решению такой важной для нашей страны и для республики в целом проблемы это жилищного обеспечения наших граждан жильем. Это сложная, комплексная, десятилетиями трудно решаемая задача, требующая серьезного подхода как к проблемам платежеспособности наших граждан, проблемам стоимости квадратного метра, размера процентной ставки по ипотеке,
ипотеки. Вот из этих трех основных столпов пока на федеральном уровне решается только одна третья часть. Государственные программы серьезно снизили ставки. Федеральные программы предполагают по ипотеке сейчас продукты под 6%, как для поддержки семей с детьми, так и для всех граждан. Есть определенные особенности льготного кредитования. Мы со своей стороны шаг в этом направлении уже сделали. У нас в рамках этих же программ поддержки семей с детьми предполагается ставка 3,99. По программам федеральным с уровнем 6% наша ставка 5,85. Это те базовые условия, которые мы предлагаем тоже учитывать в рамках разработок совместных проектов между банком и работодателями Чувашской Республики. Это могут быть промышленные предприятия, муниципалитеты, власти субъекта. В рамках зарплатных проектов мы предполагаем обеспечение граждан, являющихся клиентами банка, ипотечными кредитами именно на таких льготных процентных ставках и на льготных условиях. Но это только одна часть этой работы, поэтому я и говорю, что нужен комплексный подход, и мы готовы также участвовать, если республика посчитает это правильным, в местных программах по поддержке промышленных предприятий строительного сектора, по поддержке строительных компаний, которые будут заниматься в рамках новых, очень жестких требований с эскроу-счетами обеспечения строительства. Это сложная, недешевая для строителей работа, но совместными усилиями, наверное, можно будет сделать именно в рамках республики, которая славится своими строителями, как вот мы сегодня узнали, что-то такое, что могло бы вернуть позиции республики в первые ряды субъектов федерации, которые в этом секторе могли бы похвастаться большими успехами. Мы желаем удачи и успехов, и не сомневаемся в том, что новая команда в сентябре приобретет окончательную легитимность, начнет работать в новых условиях очень быстрыми темпами. Спасибо. Спасибо, Сергей Ревазович. Мы вместе были сегодня на тракторном заводе, и там как раз озвучивались разные проекты, в которых уже Промсвязьбанк участвует. Они буквально на днях перечислили более миллиарда рублей, и в ближайшее время еще миллиарды пойдут. И тракторный завод, который тоже попал под влияние пандемии, сейчас вздохнет и начнет набирать темпы. И рассчитываем, что эти темпы будут все более и более нарастать. Уважаемые коллеги, друзья, земляки, гости, хотел бы поблагодарить прежде всего Олега Алексеевича за то, что он организовал прекрасную работу, очень творческую работу. В работе над программой принимали участие главы всех администраций, их подчиненные. Естественно, министры принимали участие, руководители предприятий, опять же, подчиненные руководители предприятий. То есть такое массовое действие. Я все-таки работал в правительстве Чувашии, и мы тоже участвовали в написании программ. На мой взгляд, впервые происходит. И это реально такой народный документ. Понятно, что там есть и недостатки, и что-то может кому-то не понравиться, но это документ рабочий. Это документ с проектами конкретными, со сроками, ответственными. Соответственно, можно будет всегда спросить с тех, кто не выполняет ту дорожную карту, которую вот представили в этой программе. Поэтому хотел бы благодаря вас всех за активную работу призвать к большой трудной работе. Мы уже это делаем с министрами, заместителями министров, с различными руководителями компании в Москве, депутаты Государственной Думы. Не только я, вот хочу это подчеркнуть, активно встречаемся, и все время идет разговор о том, как бы помочь нашей родной республике. Уверен, то, что сказала Алла Владимировна, мировой уровень по всем направлениям, в том числе благодаря этой программе. Кстати, в программе Алла Владимировна записано 24-му году 78 лет. То есть мы с опережением идем в поручении президента. Вот с таким настроем на уверенность, на работу хотел бы завершить наше заседание. Всем большое спасибо. Сейчас будет. Да, уважаемые друзья, у нас рабочая часть закончилась. Я тоже благодарю за работу и до сегодняшнего дня, и за сегодняшнее обсуждение. Много было
Ну, конечно, может быть, больше хвалебных вещей было сказано, но это мы, команда правительства Чувашской Республики, воспринимаем только как аванс и как дополнительную мотивацию еще лучше работать, еще больше работать, еще результативнее работать. А сейчас, ввиду того, что в этом году мы редко собираемся, и вы знаете, в этом году мы с вами отмечаем пока еще и продолжаем отмечать столетие Чувашской автономии, и каждый год мы принимаем решение о присуждении звания почетный гражданин Чувашской Республики. Разрешите наградить тех людей, которые в этом году соответствующее звание получили. Указом главы Чувашской Республики за выдающиеся заслуги перед Чувашской Республикой и активную общественную деятельность почетное звание «Почетный гражданин Чувашской Республики» присвоено Петрову Александру Петровичу, ветерану труда, город Чебоксары. Поблагодарить руководство республики за присвоение такого высшего почетного знака, звания республики. От души хочу поздравить всех здесь присутствующих юбилеем нашей республики, столетием Чувашской автономии. Для меня эта награда – самая высшая награда в моей жизни. Я родился, вырос в Чувашии, трудился в республике. Доверяли ответственные посты и мандаты представительства Чувашской республики в России и Советском Союзе. Я признателен всем, кто меня поддерживал в повседневной деятельности, в работе. И могу сказать, и в те годы, в советские годы, были и трудности, и победы. Но хотелось бы сказать, что в Чувашской Республике и в советские годы находилась не на последнем, а среди автономных республик была одна из ведущих. Мы занимали достойное место и в области сельского хозяйства, и в области капитального строительства, и в идеологической работе и по созданию учебных заведений и университета, и средних учебных заведений. Многое. Но сегодня я радовался, слушая выступления наших гостей, посвященных проблемам дальнейшего развития Чувашской Республики. Это такая программа, которая никого, конечно, не оставляет без волнения, без внимания. И это, конечно, позволит повышать и трудовую активность, и новых трудовых успехов. Я хочу пожелать всем трудящимся республики и участникам этой встречи поддержать и провести очередные выборы на высоком
деловом, политическом уровне. То, что вы сегодня мы послушали с вами, это очень большая деловая программа, которая приведет к новым успехам нашей Чувашской Республики. Желаю вам всего доброго. Спасибо за внимание. Выдающиеся заслуги в области театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность, почетное звание «Почетный гражданин Чувашской Республики» присвоено Яковлеву Валерию Николаевичу, художественному руководителю автономного учреждения Чувашской Республики, Чувашский государственный орден Трудового Красного Знамени, Академический драматический театр имени Константина Иванова. Гон хизепле иш, салам зире пурниде, манжан шавдири пызык чиз, шак хизепле яд, икеленеде, пшекленеде, кивешлеяхшие бунжан дезе, малашне мэлле, шак яда шульде тыца, тамалажи дезе, каштах вайбур, эшлеме хадер, хамр халахшан чвашин нижин. Конечно, для меня высочайшая честь присвоение вот этого звания. Я вот признаюсь, последний народный артист СССР. По указу так и по алфавиту был последним Олег, знаменитый, великий Олег Янковский, который ушел из жизни. Я с честью ношу это звание. И вот звание почетного гражданина Чувашии вот для меня равносильно вот тому значению. Я здесь вырос, я здесь впитался. Эта земля меня вырастила, взрастила. Мой зритель, мои люди, я служил им, старался по возможности своих сил. И, конечно, буду стараться и впредь. Ну, конечно, силы, может быть, не те, но планы еще есть – служить своему народу. Олег Алексеевич, вы согласны, что я, как художественный руководитель Чувашского театра, в некотором смысле хозяин этого дома? Ровно по этой. Вот. Тогда позвольте мне высказать свои приветствия по чувашскому старинному обряду. Вот здесь наши гости. Я хотел бы их приветствовать в нашем теплом в доме в этом театре. Они высказали замечательные слова в поддержку плана, который вы зачитали. И мы надеемся, что они приложат все усилия для того, чтобы эти слова осуществились. А мы ждем вас. А желаем вам добра, успехов, ну и, конечно, везения, потому что без везения и в жизни, и в творчестве, и в политике ничего не бывает. А для осуществления тех планов, которые вы высказали, конечно, кто же их будет делать? Эдем, человек. А каким он должен быть? Он должен быть духовно развитым, личностью ярким, сегодняшний человек. Поэтому очень важны и те вот вопросы образования, и, конечно, и культуры, и искусства. Если литература, театр, музыка, живопись и все другое поможет формировать человека высоконравственным, это будет подспорье для того, чтобы осуществить вот те планы, которые вы зачитали. Без высокоразвитого, духовно развитого человека не поднять. Поэтому обратите внимание и на развитие культуры, когда в подробности, и искусство профессионально. Спасибо всем. Сире
Ханазем тусем шак щуртра ырлых сывлых сунадоб ан жирлей. Не болейте. Будьте здоровы. У нас только по жилью план роста в полтора раза. То есть сейчас чуть больше 600 тысяч квадратных метров жилья в целом по республике. А к 2024 году должно быть там немного меньше миллиона. Вот это та задача, обеспеченная и рынком, и многочисленными инструментами, в том числе и федеральными. Ипотека под 6,5%, вот так, например, сейчас. Ну и другие ипотечные продукты. То, что мы делаем в части снижения административной нагрузки на бизнес. Вот это все, с нашей точки зрения, вот эти элементы, точно дадут возможность при правильной, хорошей, умной работе. А вот комплексный план, он и создан для того, чтобы она была правильной, хорошей, умной и синхронизованной во всех точках зрения. Вот чтобы этот объем нарастить. Процесс формирования всех субсидий продолжается. Мы сегодня ждем корректировки по школам, по доступности широкополосного интернета, по ФАПам, по объемам, которые еще можем показать. И, соответственно, подведем общую конструкцию. На следующий год республика может рассчитывать на эти субсидии. Они действительно очень важны. Ну и самое главное, не останавливаться на достигнутом. Я думаю, что те проекты, которые уже сегодня в рамках законодательства приняты, они также найдут свое отражение. Я нисколько не сомневаюсь, что у республики есть потенциал, в том числе, стать такой кузницей кадров для IT-отрасли. Вакансий здесь много, есть университет. Самое главное, здесь есть рабочие места. Качество жизни, конечно, во многом обусловлено уровнем развития здравоохранения. И, безусловно, нам есть к чему еще стремиться. И я очень порадовался тому, что был большой блок, посвящен развитию здравоохранения не только в городе, развитию крупных центров, да, но и сельскому. То есть это развитие межтерриториальных наших центров, куда будет дополнительные средства направлены для приобретения оборудования, для привлечения кадров. В том числе, возможно, в ближайшее время появятся специализированные отделения, такие как неврология, допустим, хирургия. Это очень важно, чтобы именно люди на местах получали вот эту квалифицированную медицинскую помощь. И, безусловно, другой важный блок – это модернизация наших существующих лечебных учреждений. Очень много говорилось, что нам нужен новый инфекционный стационар, новая республиканская больница. В ближайших планах строительство большого корпуса для детской республиканской больницы. Если мы вот это все реализуем в ближайшие 5-7 лет, конечно же, качество и уровень здравоохранения будут совершенно иными. Вектор задан очень серьезный. Конечно, масштабно. И профессионалов здесь достаточно. Особо, конечно, я хочу обратить внимание на сферу образования и науки, потому что этот кластер на самом деле должен всех вести вперед. И если здесь создать, как говорилось уже, опорный университет, мне кажется, что инвестиции сюда пойдут. Нужно обратить внимание в первую очередь на образовательные программы. Нас отмечали как экспериментаторов. То есть это те, кто готовы были, например, вводить единый госэкзамен, один из первых и прочее. То есть наши площадки, чуваши, доверяют очень серьезные пилоты. А работать люди здесь всегда умели. Очевидно, эта программа должна мониториться. Высший экономический совет собирается в этом активно участвовать. Плюс будут такие локальные программы и по предприятиям. Мы работаем со многими, в том числе, скажем, по программе подготовки контракта, специнвестконтракта по выпуску тракторов малой и средней мощности. Мы работаем с тракторным заводом, мы с приборным работаем, со строителями у нас большая работа. То есть Высший экономический совет продолжит свою деятельность уже, я бы так сказал, по реализации своей программы. Программа – это живой документ, с которым надо работать. Вот главное, о чем сказал Олег Алексеевич, нам удалось тысячи людей вовлечь в подготовку.
теперь самое главное – десятки, сотни тысяч людей, жителей Чувашии, вовлечь в реализацию этой программы. Уверен, что у нас это получится. Промышленная часть этой программы достаточно амбициозна. То есть из 300 проектов, которые мы увидели, треть проектов посвящена непосредственно промышленному сектору. И вот из этих 94 проекта всего, мы отобрали 34 сегодня. Это не топ-проекты, а вообще 34 проекта, по которым на сегодняшний день Министерство промышленности совместно с субъектом будет отрабатывать дорожную карту по реализации каждого проекта. 34 проекта – это там, где нужна федеральная поддержка. То есть федеральные средства, да, меры поддержки наших федеральных программ, других министерств в том числе. А оставшиеся проекты – это проекты, которые возможно реализовать с учетом существующих программ. То есть это программа Фонда развития промышленности регионального, поскольку здесь отдать должное, значит, региональный фонд как раз в республике один из самых больших по объему наполнения средств, 1,5 миллиарда в России. Самый главный приоритет в этой программе, как и вот Олег Алексеевич говорил, это достижение тех амбициозных показателей, которые в ней стоят. Это 37% роста объема промышленного производства, это рост 25% прироста рабочих мест и ряд других показателей.